Пошли. Всем привет. Сегодня у нас среда. И посмотрите, какой отличный рассвет. Мы встречаем снова рассвет с нашими дружками. Пошли, дружки. Вдалеке я вижу кораблик. И что, мы хотим анонсировать. Сегодня мы выезжаем в Каталонию. Это северо-восток Испании. Практически на родину Сальвадора Дали. Будем встречаться с нашими всевозможными друзьями. Конечный наш, наша цель. Мы посещаем Леша канал «На ходу». Он нас ждет. Также ждет нас Жанна. С ним рядом Жанна, привет. И мы заезжаем, сегодня мы выезжаем, будем ехать вдоль побережья. Вот, не спеша подниматься. Это где-то 800 километров все путешествие наше займет. И будем встречаться завтра. Катя Спейн. Опа, какие злые собачки. Иди ко мне. Это что такое было? Сейчас я поговорю с собаками. Иди ко мне. Иди ко мне. Что это такое было? Иди сюда. Иди ко мне. Что такое? А? Нельзя. Нельзя. Вот посмотрите, как они реагируют на вот тех собак больших. А я их воспитываю. Нельзя. Так что Кейт Спейн ТВ, Барселона. Мы завтра с ней встречаемся, посетим Барселону, безусловно. И в пятницу мы должны быть у Лёши на ходу. Пошли. Ком. Пошли. Боится Арчик этих мопедов. Видите, они так гоняют. Но я хочу сказать, что сейчас 18 градусов температура. Днем будет 23. Это по сообщениям прогноза погоды. Но понятно, что будет намного теплее. То есть до солнца до 25. Многие даже купаются. Но мы, конечно, не решаемся. Мы уже будем так считать, сезон закрыли. Хотя, если бы Алексей здесь был, он бы, безусловно, купался, если он в Каталонии купается. Пошли, Арчи. Так, Арчи делает какуля. Да, видите, здесь надо все смывать, все убирать. Если собачка сделала кака, вот так пакетик надо. Пакетик надо завязать аккуратненько и в мусорку опустить. Еще мы носим с собой водичку с разными химическими препаратами. О, и смываем, если они на какой-нибудь написают культурную ценность. Пошли. О! Ом. Пошли. Сейчас пойдем сходим на пляжик, на свободный выгул. Там мы их спускаем, и они бегают. Так что повстречаемся с разными знакомыми людьми, с блогерами. Мы хоть и не блогеры, но встретимся с блогерами. Будет очень интересно, я надеюсь. Так что посмотрите. Сегодня поедем, сегодня уже будут первые влоги. И так, проезжая с влогами, мы будем продвигаться в сторону Барселоны. Обязательно посетим Барселону. Обязательно сделаем ужин Катя и Глеб. Катя Спейн ТВ. Будет у нас сегодня выезд на северо-восток. Там намного холоднее, 14 градусов, так что придется нам утепляться. Берем все свои зимние вещи.
Вот видите, здесь люди ходят в шортах. Ком-ком-ком-ком-ком. Пошли. В этом году, кстати, намного теплее, чем было в прошлом году. В прошлом году было, в это время мы уже так довольно-таки сильно утеплялись. Это сейчас еще утро, так я жилеточку там одеваю. Шапочку, а днем, конечно, когда, в принципе, 25, то очень тепло. Пошли. Ком. Ком. Увидели, детки, собачку, пуделька. Пошли. Пошли. Ком. Пошли. Ком. Ком. Ком, ком, ком. Не завидуйте. Пошли. Пошли. Ком. Пошли, пошли, пошли. Арчи, пойдем.